Врачи Аягосского центра специальных социальных услуг совершили чудо и поставили на ноги 5 детей с тяжелыми формами ДЦП и сопутствующими заболеваниями. Причем раньше такие диагнозы обрекали детей, как правило, на полный паралич. Вопреки скептикам, реабилитационных юных пациентов несколько лет поддерживал инструктор лечебной физкультуры Жайдарбек Куйкалаков. Его методика упражнений вкупе с медикаментозным лечением дала возможность этим ребятам сделать свои первые, пусть еще и неуверенные шаги. Впрочем, некоторые даже пытаются танцевать. Молодой врач заручился поддержкой общественников в воплощении своих оздоровительных методик. У нас есть Мукатаев Геннадий, Бекер Даниил Витальевич. Вот когда к нам поступил, он вообще не ходил. Ну, наиболее значимый, я считаю, это у нас Терикулыдин Мухаммед 2011 года, который был возвращен в родную семью. Почему? Потому что изначально ребенок находился в паллиативной группе. То есть ребенок был лежачий.